На набережной Чебоксарского залива стартовал финальный этап третьей спартакиады молодежи России по триатлону. Плавание на 1500 метров, велогонка на 40 километров, а после кросс 10 километров. Все это преодолели спортсмены. Кто лучше всех справился с этой задачей и как выступили представители Чувашии, знает Екатерина Абрамова. В первый день спартакиады старт прозвучал для мужчин. Среди них 4 спортсмена из Чувашии. К сожалению, ни одному из них не удалось войти в число призеров. Все 3 медали ушли в копилку москвичей. Лучшие же результаты спортсменов Чувашии показал Евгений Степанов – 11 место. Такой результат спортсмена не удовлетворил. Да не сложная трасса, просто что-то не пошло, просто все. Горок нету, как бы везде равнина, трасса легкая. Его тренер Владислав Дмитриев смотрит на результат более оптимистично. Теперь он знает, на что нужно обратить внимание при подготовке спортсмена к первенству России по дуатлону, которое пройдет в сентябре. В принципе, задача выполнена, потому что 10-12 результат для Степанова, это казалось мне оптимальным, и он это справился. Он 11-й. В спартакиаде принимали участие спортсмены от 19 до 23 лет. Однако свои силы решил попробовать 17-летний триатлонист Дмитрий Ефимов из Шумуршинского района. Проплыв и проехав наравне со всеми, он не смог завершить бег и сошел с дистанции. Но тренеры спортсмена не расстраиваются. Так молодой триатлонист получил возможность проверить свои силы накануне юношеских Олимпийских игр. Они стартуют уже 18 августа. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика.